В современном обществе с его многообразием законов как никогда востребованы юридические услуги. Причин для обращения за юридической помощью множество. Решение семейных споров, наследование имущества, прием или увольнение с работы, ДТП, сделки с недвижимостью и многое другое. Где найти грамотного специалиста, который поможет разобраться во всех этих вопросах? Узнаем из нашего репортажа. Муж ведет себя крайне грубо, доходит до рукоприкладства. При этом согласия на развод не дает. Оказавшись в такой сложной жизненной ситуации, Анастасия Степанова плакать не стала. Поступила грамотно. Обратилась за юридической помощью в компанию «Престиж Л». Сейчас у нас уже решился вопрос с разводом, с алиментами. Самостоятельно, да, конечно, бы я не смогла справиться. Есть еще вопросы имущественные. Вот мы эти вопросы тоже будем в дальнейшем решать. Юридическая компания «Престиж Л» специализируется в области трудового, семейного, жилищного, налогового, земельного и иных видов права. Фактически здесь помогут решить любой, даже самый сложный вопрос. Оказывают услуги и по бухгалтерскому сопровождению бизнеса. Каждому клиенту осуществляют индивидуальный подход. Так, с Анастасией Степановой юрист работал по ненормированному графику. Семейные проблемы удалось решить быстро, профессионально, конфиденциально. Безвыходных ситуаций не бывает. Есть выход и не один, просто его нужно найти. А когда человек один сам с собой, конечно, ему сложно это сделать. Поэтому я рекомендую обращаться к специалистам только лишь для того, чтобы выслушать те способы и методы, при которых можно выйти из нее, а там уже самостоятельно принять решение. Елена Загоруйко – юрист с 10-летним стажем успешной практики. Всегда работает на результат, максимально погружаясь в поставленные задачи. Именно поэтому компания «Престиж Л», где Елена – ведущий специалист, один из лидеров юридического рынка города. За помощью к ним обращаются простые люди и организации. Здесь квалифицированно помогают бизнесу своих клиентов расти и развиваться. В последнее время востребован юридический аутсорсинг, когда фирмы обращаются за правовой помощью в сторонние конторы. Они держат в штате собственного юриста. Не все компании могут позволить содержать себе штат юриста. Поэтому гораздо выгоднее обратиться в юридическую компанию и заключить договор на сопровождение конкретного процесса. И тем самым затраты компании ограничатся именно этим. А если мы будем содержать штат юристов, работу которых нужно оплачивать ежемесячно, то затраты данной компании увеличатся в разы. Этой популярной услугой, юридическим аутсорсингом, воспользовался предприниматель Александр Жигулев. Свой бизнес он давно доверил Елене, которая помогает оптимизировать все рабочие процессы, составляет договора. Договора бывают такие, что, как говорится, не каждый поймет, как это правильно работает. Так как есть такие специалисты, у нас все получается, все нормально. То есть работаем, проблем никаких не возникает. Елена защищает права своих клиентов в судах общей юрисдикции или арбитража. Оказывает качественную правовую поддержку организациям при проверках контролирующими органами. Компания «Престиж Л» выгодно отличается и доступной ценовой политикой. Первая юридическая консультация стоит всего 500 рублей. Екатерина Клемешева, Дмитрий Жуков, Михаил Жуков. Телекомпания «Лобня».